Fall Guys Top 1 Challenge серия number 2. Серия number 2. Все, все, прошел. Все. Нет! Не прошел! Ну сейчас, и сейчас просто кто самый первый будет самый смелый, получается. Давайте я. Я гений, блядь! Рандом зарешал. А, все, 7 из 9, кажется, все. Кажется, здесь мы и вылетели. Кто-то ёбнулся. Ого, это что такое? Скользкие лианы. Преодолейте тропические препятствия и доберитесь до финиша. Хорошо. Преодолеем. А мы преодолеем. Что нам стоит их преодолеть? Ой-ой-ой. А, так здесь быстрее же. Нафига поверху бежать вообще? Сказал, нафига поверху бежать и полетел на вентилятор. Гений вообще. И полетел наверх. Гений мысли, вы посмотрите. Стример гений. Когда твой стример гений? Так, эти взрываются? Лягухи. Лягухи взрываются. Но мне повезло. Ой, вентилейшн. Так, а мы поверху, кстати, бежим. Мы, кстати, поверху бежим. Давайте вниз падать. О, что это такое? А, они выкидывают, смотрите, они выкидывают. Так, на вентилейшн. На вентилейшн. Оп, оп. И дальше в трубу. В трубу. А, я понял. Надо в следующую трубу. Вот так. Все, все, прошел. Все. О, нет! Не прошел! Вы представляете? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да, блядь! Я уёбываюсь в какую-то хуйню! Блядь! Нет, я сейчас залажаю, я сейчас залажаю. Давайте, играем раз. Играем два. Вот так вот бежим. Блядь, да, дайте пройти! Да, блядь! Играем три. Ну! Ура! Получилось. Fall Guys бесплатный. Fall Guys бесплатный? А я его давно когда-то покупал. Без сарказма ты гений. Смотря в чем. Смотря в чем. Может быть, в чем-то я и гений. Но пока я сам в себе этого еще не открыл. Еще нужно время, чтобы открыть в себе гениальность. Чтобы открыть в себе гениальность. Но спасибо большое. Какие-то таланты, может быть, я в себе найду когда-нибудь. Я надеюсь. Так. Мы это тоже уже проходили. А, мы это уже... А, мы это уже проходили. Мы на этом залажали тогда, да? В самом конце. А, нет, стоп, это не то. Это не то. Это что-то другое. А, вот так надо. Мы, кажется, это еще не проходили. Да, мы это еще не проходили. Мы это еще не проходили. Вроде. Ой-ой-ой, как... Ой, как плохо. Ой, как плохо я сделал. Так. А дальше как? На вот этой штуке. Вот так, ага, понял. Понял, понял. На радугу. Так, молотки надо просто оббежать аккуратно. Ага. Вот они из-за тени, непонятно, как они будут махать эти молотки. А, вот так вот, можно в бок смотреть. Можно в бок смотреть. А, наверх дальше, смотрите, бежать надо. Так, это, я так понимаю, предпоследний раунд, да? Это предпоследний. Здесь по лесенке раз, по лесенке два, по лесенке три. Всех обошли. А, дальше наверх надо. Дальше наверх. О, получилось. Вы посмотрите, получилось. У нее получилось. Надо же что. Надо же как. Первый раз-то проходим. Но все получилось. Ой, почти, вот сейчас было почти очень... О, я первый, я первый. Топ-1 челлендж получается. Ну не, это не считается. Кое хочешь поиграть в Roblox? Слушай, Roblox. Слушай, можно, можно будет когда-нибудь. Эта игра, она хоть и детская, но она реально интересная, потому что там есть много режимов, и там можно режимы самому создавать. Roblox было бы интересно поиграть, реально. Привет, брат. Привет, Нек. Привет. Привет. Можно еще поиграть в рекрум. Я не знаю, что такое рекрум. Вот это меня бесит. Вот это меня бесит.
не наступайте на ложные плитки и найдите скрытый путь к финишу. Это меня прям бесит. Это потому что... Это рандом, типа. Это рандом. Это прям супер рандом. Это испытание меня прямо раздражает. Ну, давайте. Давай играть вместе, давай. Добавляй меня, я сейчас выйду в лобби, ты запишешь мой никнейм и добавишь. И тогда поиграем вместе. Только, пожалуйста, не... Чтобы не я это делал, а чтобы ты сам меня добавил. Чтобы ты сам меня добавил только. Смотри, и сейчас все будут толпиться, ждать пока... Чё, получится? Нет, не получится. Не получится. Пока все толпятся, я буду им открывать двери. Дальше буду открывать двери. Оп. Потому что сейчас вот, сейчас дойдем до середины. Тогда тактика такая. Доходим до середины и ждем. И ждем, пока люди откроют. И ждем, пока люди откроют. Так, вот там бежим, да? Вот там и сюда. 9 человек. И все толпятся, смотрите. Ну сейчас, и сейчас просто кто самый первый будет самый смелый, получается. Давайте я. Я гений, блядь! Рандом зарешал. Просто на смелости залетел, на смелости. На рандомычек залетел. Еще там подписка почти бесплатная. Рекрум это лучше, чем Roblox, но можно получать валюту бесплатно. Брат, го вместе задавай, чтобы качество можно сделать похуже. Лагает. Давай, только ты мне расскажи, пожалуйста, как вместе играть. Я не знаю, как вместе. О, мой любимый! Игра вместе потом. Мой любимый сейчас будет раунд, и мы попытаемся выиграть. Потом обсудим игру вместе, вот когда я выйду из этого режима, обсудим. Сейчас мне нужно прям сконцентрироваться. Очень сильно сконцентрироваться надо. Так, максимальная концентрация. Максимальная концентрация, ребят. Стоп, это же какой-то другой режим. Раньше он как-то по-другому был. Раньше он как-то по-другому был. Там было много уровней. А, здесь восстанавливаются они, походу, смотрите. Они здесь восстанавливаются, эти клеточки. Но потом они, наверное, будут сгорать уже все, да? Правильно? Как лучше бегать? Вот так или по краю? Вот я что-то сообразить не могу. Вот, наверное, лучше все-таки бегать по краю. И ждать, пока люди... Нет, это какой-то другой режим. Раньше он как-то по-другому выглядел, этот режим. Раньше он как-то по-другому выглядел. Раньше он, типа, много уровней было здесь. Сейчас сконцентрировались. 3 из 8. 3 из 8. Я уже 3 победил из 8. Ай, все, нет, пизда. Меня наебали. Это даст нам заряд бодрости, чтобы сегодня победить. Или не даст. А вот посмотрим. Я надеюсь, даст. Кофе. Фильтр кофе. Он такой вкусный вообще. Шоколадно-винный такой кисленький. Прямо, прямо бомбический. Что это за кофе такой? А показываю, что это за кофе такой. Вот такой! Субмарин. Субмарин. Бразилия. Авилар. Обжарка под фильтр. Обычно Бразилия это более дешевый кофе, менее вкусный. Но здесь вот этот. У субмарина прямо удалось вот этот кофе сделать прямо очень хорошим. Мне он прямо очень нравится. Очень интересный вкус. У нас Q-score 88, Q-grade, вот этот, ну, баллов сколько? 88 из 100. Это все, что выше 85, это очень хорошо. Натуральная анаэробная обработка. И в дескрипторах стоит искристая яблочная цитрусовая винная кислотность. Вот то, что я сказал. Сладкие и темные ягоды. Шоколадный ликер, то, что я сказал. Ну вот я чувствую там шоколад и винный шоколад такой, да. Читаемый, сочный, вишневый, да, красное вино.
И получается, ну, немножко сладенький он, да, есть там такое, немножечко, совсем небольшая сладость. Вот, такой вот, очень вкусный. Сколько стоит кофе? Я не знаю. Я в подписку заказываю, там сразу же несколько экземпляров приходят, поэтому сколько стоит конкретно этот, я не знаю, но загуглить не составит труда. Загуглить не составит труда. Если такой кофе купить, это кофе specialty. Если просто его купить и просто заварить, как обычно, то его можно заварить невкусно. Чтобы спешлти кофе заварить вкусно, нужно уметь его заваривать. Нужно уметь правильно вываривать нужные вкусовые оттенки из кофе. Это нужно учиться. Я учился где-то год этому. Но я учился сам, просто по гайдам на YouTube, плюс сам себе заваривал кофе, покупал, пробовал новый и так далее. В парочке видосов, которые я снимал до этого, я в самом начале, вроде это все видосы были по Elden Ring'у, в самом начале я вставлял, как я завариваю кофе. Один был фильтр, второй был... Один был вороночка, я заваривал воронку, второй был аэропресс. Вот. Я там показал, как можно заваривать кофе, как я его завариваю. Но есть способы заварки совершенно разные, и какой подойдет именно вам, никто не скажет. Потому что кто-то любит покислее, кто-то любит послаще, кто-то любит погорче, кто-то любит такой, кто-то любит сякой. Я люблю кофе с интересными оттенками. Больше люблю, когда уходит в сладость, такую цветочно-медовую. Но такой кофе очень редко встречается, прямо очень редко. Чтобы такой найти, это надо прям постараться. Сколько стоит подписка? А я не помню, сколько стоит подписка. Тоже можно погуглить. Потому что фирма «Обжарщик Submarine». Вот можешь погуглить, я не помню сколько, честно. Потому что я заказываю 4 подписки. И каждая из них стоит по-своему, я честно не помню, сколько стоит подписка. Потому что я заказываю 4 подписки от 4 разных обжарщиков, поэтому не скажу. Кофеечек допили, так жалко. Хочется еще. Но это уже моя 5-я кружка кофе за сегодня. Я вначале утром попил кофе, потом у меня экзамен сегодня был, я после экзамена попил кофе. Потом я еще попил кофе. Потом... Это, получается, 6-я уже. Потом я в видосике на английский канал попил кофе. И вот сейчас еще это 5-я кружка уже. Или 6-я. Сколько я насчитал, не помню. На Твиче чуть-чуть потише, чем на Ютубе. В день можно 7 кружек кофе пить. Смотря каких. Эспрессо можно и 15 пить. А фильтра, ну, 5 тоже многовато. Смотря каких кружек просто. И с молоком тоже. Эспрессо с каплей молока вообще можно хоть 20 выпить. Типа, тебе вообще ничего не будет. В эспрессо кофеина вообще нет. А капля молока его еще и нивелирует прям, ну, совсем. То есть, у тебя будет кофе практически без кофеина. Так, обгоняем. Ну, это вроде легкая, ладно. Это вроде легкая. Меня может только вытолкнуть. Оп, вот сейчас пробежи. Вот так вот его. И вот так вот его, да, все. Все, пробежали. Так, теперь на воздухе, получается, летим. Нет, мы по перчаткам не побежим, это слишком рискованно, побежим лучше вот здесь. По льду. Намного безопаснее и быстрее, как по мне. Ну и здесь тоже аккуратно просто пробежать между. Ой! Ну это я дурак. Так делать не надо. Надо нормально бежать между. А, ну там еще вентилятор ездит, который может сдуть. О, все, сейчас. Вот следующий. В следующий раз. Блин, ну из-за того, что чел со мной стоял, у меня не получилось, ладно. Все, ура. На везении. Ну будем проходить, пока не пройдем. Пока топ-1 не возьмем, будем проходить. Вот мне вот те соты нравились, где много уровней, где ты соты типа делаешь, а потом ты проваливаешься в самый низ. То есть ты по уровням. Airborne Antics. Это какой-то режим в разработке, что ли? Преодолейте препятствия, доберитесь до финиша. Как будто это режим в разработке, типа, тут даже нет... не показывают карту. Три, два раз, погнали. Давайте, пока они тут все это... фигней страдают, мы спокойно вот так их пропустим всех.
И вот так сделаем еще. Ага. Все. Все на спокичах делаем. На спокичах делаем просто. Все, все, есть. Есть на спокичах. Ой, вот так делать нельзя. Все, я понял. Здесь надо просто бежать. Здесь надо просто бежать. Так, что на спокичах? На спокичах вот это проходим, толкаем. Так, ну тут получается слизь плюс... А, ну здесь легко. Здесь легко. Хорошо, следующий этап. Вот, ну, эти вентиляторы я уже научился проходить. Здесь можно вот так просто их прям пробежать. Вот прям по ходу их движения вот так раз. О, я второй, смотрите. Еще на всех уровнях в сотах были с краю 3 соты. Может быть, просто вот те соты, которые я проходил до этого, они были какие-то другие. Это какие-то другие соты. Они все падают как-то. Лажают просто, лажают. Реально никто не может пройти. Я, походу, играю с какими-то лохами. Это есть шанс выиграть, получается. Есть шанс выиграть. Смотрите, они просто все. Они все падают просто на ровном месте. Все на ровном месте валятся. 15 человек. 18 человек даже не успело добежать. Смотрите. Все, 0 секунд. Вместо 18 прошло 15. Да гении игры какие-то со мной играют, видимо. Гении игры. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, этого еще не было. Труба зовет. Дойдите до финиша, двигаясь по трубам. А, типа, тут рандом в какую трубу идти надо, да? Тут это просто рандом. То есть мы в рандомную трубу запрыгиваем и надеемся, что мы быстрее пробежим. Я играю в игры ради ачивок. Понятно. Бешеные люди, которые играют ради ачивок. Бешеные люди. Главное, чтобы это приносило удовольствие. Если тебе приносит удовольствие ачивки достигать, отлично, замечательно. Если не приносит, ну, тогда непонятно, зачем ты это делаешь. Есть. Смотрите, как хорошо. Так, а теперь надо в рандомную трубу, да? Оп. Хуяк, хуяк, хуяк. И сюда. Ага, реально в рандомную надо трубу прыгать. В рандомную трубу мы прыгаем. Она обстреливает еще сбоку, смотрите. Оп! Вот это я зря! Вот это я рискнул просто очень зря. А, так 9 человек же. Подождите, это финал, что ли? Это финал? Я не понял, это финал? Да блять! Я. Тихо-тихо. Так, труба. Хорошо, я понял. Здесь надо не рисковать в этой. В этом этапе надо не рисковать. Вот так не рисковать, видимо, да? А как? Ага, вот так. А, я понял, тут рандом. Какие испытания будут, это рандом. Просто в какую трубу попадешь, там... Может быть, эту карту можно выучить, конечно. Но я просто на рандоме прыгаю. Так, вот, есть. Есть. А, это они переключаются, я понял. Так, 0 из 9. Так, в трубу. В трубу и сразу же туда, раз. На кружочек. Качельку подождем. Качельку подождем. А, я понял. А, она сама. Я думал, ее тоже люди качают. А она, оказывается, сама качается. Она, оказывается, сама качается. Ну ничего. Ничего, еще есть шанс. Так, 3 человека уже прошло. Там дальше все падают куда-то. Непонятно куда. А это что такое? А, ебать, это срез был. Я зря на него. Я зря на него пошел, мне надо через трубу все-таки. А, все, 7 из 9, кажется, все. Кажется, здесь мы и вылетели. Кажется, вот. Это финалочка. Это финалочка. Так. Так, 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 так. Есть. Я там почти последним реально прошел. Я почти последним. Все, сейчас будет финальный раунд. Это полуфинал, хорошо. У меня, кстати, в Red Dead Redemption 2500 часов. Понятно. У меня в MMORPG, наверное, 1010 часов, я не знаю. Я прям реально не знаю сколько. Очень много. Очень много часов у меня там. Ну, может, не 10, я не знаю. Ну, это так. Очень много я играл в MMORPG. Так, преодолейте препятствия, доберитесь до финиша, финал. Почему вот она такая? Почему нет, не показывают, типа, что за этот? Что за испытание? Почему пишут, типа, в разработке написано? А, это мы уже проходили, все. Это я знаю. А, нет, стоп, это было... Да-да-да, это то. Это мы уже проходили один раз. Разочек проходили.
разочек с этим. Ой-ой-ой, через низ придется бежать. Придется через низ бежать. Через низ дольше, чем через верх. Поэтому надо не падать все-таки. Так, сюда. Сейчас спокойно. Спокойно. По трубам, по трубам, по трубам. Ой, как плохо! Ой, как плохо делаю. Ой, как зря делаю плохо. Ой, все, нет, кто-то уже быстрее меня добежал. Хорошо, я по трубам не умею прыгать, значит. Я по трубам не умею прыгать. Ладно. Ладно. Еще раз пробуем. Еще раз. О, мы это еще не играли. Ну-ка, полоса препятствий. Преодолевайте препятствия в этой опасной гонке, доберитесь до финиша. Ты знал, вышел он ли об 2? Не знал. Не знал. Че, на следующий стрим он ли об 2? Это вообще... Это именно дополнение или это новый Only Up? Или это дополнение? Ого, нифига, смотрите. Какой звук. Какой звук странный. О, смотрите, я на рандоме случайно добежал. Ого, у меня получилось, у меня получилось. У меня получилось. Сейчас ускорение. Надо осторожно все-таки. На ускорении, на ускорении, на ускорении, на ускорении. Оп! Есть! А куда мы бежим? А куда мы бежим вообще? Так, 0 из 27. Есть. А, все, я понял. Мы первые. Мы первые. Гений, получается, гений игры. Вроде новая. Посмотрим. Спасибо, я погуглю потом. Мне пока хочется немножко отдохнуть. Меня GTA-шка третья утомила прямо совсем. Игра совсем скучная была. Я думал там, вот сейчас, 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 вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас будет контент. Сейчас дойдем до контента, сейчас в итоге так и не дошли. Так, до конца игры дошли, а контента нет. Устаревшая уже игра, это GTA. Поэтому я сейчас хочу поотдыхать. Вот я Fortnite, Fall Guys. Поиграю в четвертую или в пятую? В четвертую поиграю, в пятую не поиграю. Beans... Ахой. Преодолейте препятствие и доберитесь до финиша. Бинз Яой, короче, я понял. Доберитесь до финиша. А ну просто препятствие. Играли 17,5 миллионов раз люди. Четвертая, она серая, скучная и мрачная. Не, ну может быть там сюжет интересный. И геймплей. Так, Бинз Яой, давайте. Бинз Яой проходим. Так, здесь прошло... А, ну, это погодите. А, это второй раунд, да, у нас? Так. Чё, давайте по срезу. Вот так вот мы этой хуйней страдать не будем. Вот, вот как они. Это слишком опасно для нас пока. Для первого раза это слишком опасно. Так, здесь мечи летят, вроде... Ага, понял. То есть мы просто скользим. Скользим, скользим. Скользим, скользим. Так, ну вот здесь тоже слишком опасно кажется. Пусть они тут сами это упражняются. В своем остроумии, а я спокойно пробегу. Я вроде никуда не тороплюсь, вроде еще никто не добежал даже до финиша, поэтому мне торопиться некуда и рисковать. И случайно я очень хорошо сыграл, но это я не рисковал, это случайно произошло. Пятая лучше, там шутки смешные. Мне пятая не нравится, она скучная. Там геймплей прям скучный, скучный. Один раз я ее прошел, вот как только она вышла, в 2017 году или каком-то, вот она вышла. Я ее тогда прошел, и все. И больше я... Мне этого хватило, мне уже больше не хочется в нее играть. Я по предзаказу ее заказывал на Xbox тогда. О, кольца. Кольца, это мне нравится. Это хорошая тема. Перемещайтесь между вращающимися кольцами, старайтесь не свалиться в слизь. Так, это полуфинал, правильно? GTA 5 вышло в 2013, на PS4, на ПК в 2015. Значит, вот я в 2013 его купил. На этот, на Xbox. 360 у меня тогда был. Так, бежим. Бежим. Ой-ой-ой. Осторожно надо, очень осторожно. Очень осторожно. Так, один из семи уже выбыл. Один из семи уже выбыл. И сейчас, походу, я буду вторым. Нет, все. Так, здесь можно пока просто вперед бежать, ждем препятствия. Хорошо, препятствия дождались, перебегаем. Перебегаем и снова бежим вперед, ждем препятствия.
Ждем препятствия, ждем препятствия. А пока ищем, ищем пути отхода. Ищем пути отхода. Направо, налево. На... вот сюда. Вот сюда. Так, еще одного подождать, пока он... пока он упадет. Главное, чтобы это был не я. Давай, мухомор, падай. Мухомор, падай. Мухомор, падай. Мухомор, падай. Мухомор, падай. Мухомор, упади. Хорошо, ждем препятствия. Так, препятствия есть. Здесь забежали. И обратно забежали. Забежали, хорошо. Давайте здесь на желтый ждем препятствия. На желтый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ждем, 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 ждем. О! Кто-то ёбнулся. Кто-то ёбнулся. Что лучше, Xbox or PlayStation? Да я не знаю, я тебе, по-моему, уже раз 15 отвечал. Я не знаю. Вот это полуфинал сейчас. Путеводный свет. Следуйте за движущимся кругом света, чтобы зарабатывать очки. Бля, ебать сложно как. Ебать как сложно, смотрите. Я еще это не проходил ни разу. Ебать как сложно, ты посмотри. О, тут еще и вентиляторы всякие, и препятствия, и всякие лесенки, горки. Вон, а круг света сейчас по центру, да? Давайте вот так. Вот так рискнем сделать. Вот так рискнем. Есть. Очки, 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 очки. Лутаем, 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 лутаем. Лутаем, лутаем, лутаем. Есть пробитие. Одного выкинуло нахуй. Куда-то. Вот сюда. Вот сюда. Ага, бежим. Ну, мне кажется, у нас удалось. 94, 90. Все, ура. Там еще проценты шли. А я думал, у кого типа больше очков просто. По времени, у кого больше очков. Тут, оказывается, проценты надо набирать. Понял. Все, 7 человек, давайте. Пожалуйста, соты, пожалуйста, соты. Пожалуйста, я очень прошу, соты, я очень хочу соты. Очень хочется соты. Гонка, да? Преодолейте препятствия, доберитесь до финиша. Блять, гонка! Паркур паник, мы ее проходили уже, кажется, да? Мы ее уже проходили. Это там, где мы по трубам не смогли прыгать. Да, все, мы это проходили, это я помню как. Это по верху надо на трубу, а потом туда наверх. Ага, есть. Ага, ну все, я сразу же падаю вниз. Шансы сразу же себе уменьшил, просто за мгновение себе уменьшил все шансы. За одно мгновение, как уменьшить шансы на успех? А это как? Ладно, вот так сделаем. Лучше через низ. Так менее рискованно, конечно. Давайте вот так. И там по трубам надо научить. Да ё-моё, все плохо. Все очень плохо. Ой, нет, я даже по трубам не потренировался прыгать. Дурацкий раунд, мне вообще не нравится он. Мне совсем не нравится. Все. На этом серия офается. Не получилось, не фартануло. Пацан к успеху шел. И не дошел. Ничего, получится в другой раз. Все.